Здорово всем, с вами я, Остап Бендер, и сегодня я продолжаю проходить игру прототип... Фу ты, какой нахрен прототип Postal 2. У нас сегодня будет вторник день, и он, так сказать, начнется во вторник, да. Такая вот тавтология, вторник во вторник. И нам сегодня надо сделать ряд дел. Блин, нос что-то чешется. Да, исповедаться в грехах. Да, чувак, я надеюсь, ты не позабыл всех своих грехов. Собрать подписи. Да. Будем подписывать петицию. Посмотрите, что за петиция. Вернуть книгу. Вопрос, нахрена, правда, ты тогда ее брал? И, надо еще что-то. О, получить автограф. Так, посмотрим. Так, ну что? Отлично, вот все, мы загрузились. У нас петиция за то, чтобы заставить конгрессменов играть в жестокие игры. Круто. Мэр объявляет день Гарри Колмана. Гарри должен появиться в супермаркете Парадис. Сегодня начинаются репетиции духового оркестра. А также полиция озабочена внезапным числом убийств, возросшим со вчерашнего дня. Я думаю, и так понятно, кто это сделал, но я все-таки спрошу, а кто это сделал? А это риторический вопрос был, на него не стоит отвечать. Пойдемте сейчас. Так, где мой электрошокер хороший? У нас тут пока одна подпись. Так, где электрошокер? Шокер, ты где? Вот он. Его я пока спрячу тут под петицией. Соберем все. Возьмем бронежилет. Так. И, наверное, выйдем бензинчик через это окно. Так. Ой. А чего вы все побежали? Духовой оркестр, чего вы разбежались-то? Так, надо спрятать. Пойдем тогда спросим. Привет, не подпишешь петицию? Серьезно? Чувак, стоять! Послушай, мы еще не договорили. Мало у меня, этот чувак по поводу петиции порой выдает такие эпичные фразы. Ты что, не понял, что ли? Давай, подписывай эту петицию. Да, чувак испугался. Давай, привет, подпиши петицию. Стоять! Подпиши петицию, дура. Воззвание. Отлично, слышь. Молодец. Две подписи у нас есть. Петиция за то, чтобы заставить конгрессменов играть в жестокие игры. Круто. Так, давайте петицию. Подпиши петицию. Ни за что. А иди ты нахрен, хренов чувак. Послушай, стоять, мы еще не договорили. Времени мало у меня, ты что, не понял? Пиши мою петицию, черт возьми. Я от тебя не отстану, пока ты ее не подпишешь. Хорошо. Этот чувак умеет убеждать. Привет, вы не подпишете. Привет. Петицию. Не подпишешь петицию? Ты должно... Послушай, просто подпиши. Стоять, мы еще не закончили. Времени мало у меня, понимаешь? Порой, конечно, на некоторых из них угрозы не действуют, а некоторым нельзя угрожать, так как это полиция. Спасибо. Вот, отлично. У нас уже собрано. Половина подписей, блин, у нас падла чешется. Так, да. Подпишешь? А иди нахрен. О, kick me. Бить тебя не будем пока. Подпишь петицию? Стоять. Пиши петицию, свой автограф. Оставь, дяденька. Молодец. Тетя, оставь автограф. Так сказать. Я ненавижу вас, чертовы либералы. Ты должно быть, послушай, просто ну ты и хамка. Подпиши эту дурацкую петицию. Времени мало у меня, понимаешь? Ни за ну, что. Подпишешь или нет? Я ненавижу вас, чертовы либералы. Дальше, видимо, угрожать ей смысла нет. Он, дядь, подпиши петицию. Sorry? Если не подпишешь, петицию, клянусь, я на тебя плюну. Подпиши петицию. Ё-моё. О, молодец. Спасибо. Не буду вы на тебя плевать. Здорово. Подпиши петицию. Привет, ладно, не, не хочешь? Привет, подпиши-ка петицию. Ни за что. Хрен с ним. О, деревенщина, здорово. Подпиши петицию. Ни за что. Давай, мы еще не закончили. Ой-ой-ой, надо отбегать.
Вообще тут должен был быть духовой оркестр, но, скажу вам так, духовой оркестр, мягко говоря, я его немножко распугал своей ногой, и в итоге он не взорвался. Нигер, подпиши петицию. Подпиши петицию, ё-моё. Я на тебя хезну, если ты ее не подпишешь. Ну, отлично, молодец. Слушай, подпиши петицию, очкарик. Подпиши петицию. Слушай, я тебе сейчас впахну. Да, вот такой вот бах тоже тут есть. Давай, подпиши петицию. Ну, давай, сволота. Да, видимо, у него все-таки есть собака. Вы не подпишите мою петицию. Подпиши петицию, очканавт. Послушай, просто подпиши. Подпиши ее, ё-моё, я тороплюсь. У меня это время. Деньги, так сказать, давай. Ну, рачишка. Подписывай. О, молодец. В американском флаге галстук у него. Ну что, сейчас, наверное, мы пойдем обыщем одно местечко. Да и не только одно. Заодно немножко еще пошалим. Так, где мой шокер? Так, шокер. Ох, кошачья мята. Ее лучше не есть, а то я стану очень гиперактивным, а все остальные будут, ну, очень медленные. Да, есть такое дело. Пойдемте, если что. О, чувак, здорово. Даже не буду с тобой это, так сказать, лялякать. Давай, падла, ложись, жарим его. Так, давайте вот так вот польем бензинчиком и кинем спичечку. Вот, пока соберем барахлишко, главное самому не загореться, потом как буду дробовик подбирать. Так, что мне взять? Вот шокер, хорошая вещь, его я оставлю. Бензинчик, я не знаю, зачем тебе в ванне бензин. Чувак, ну что, о, ты уже обгорел. Давайте, наверное, потушим бедолагу. О, да, какой пар еще идет. Тушим по-пионерски. Очень даже неплохо. О, ты даже встал. И что ты будешь делать? Да, конечно, ты выглядишь, мягко говоря, потрепанно. О, все, пистолет выкинул, молодец, беги. Я тебя догоню. Я догоню тебя. Да. Ой, ладно, сюда не нужно пока. Чувак, чё ты идешь такой обгоревший? Что за зашквар с тобой случился? Хотя даже не отвечай, я знаю, что с тобой случилось. У меня такой вопрос. А кто это с тобой такое сделал? Ой. Блин, ну сырка свойства прошла. Ладно, хрен с тобой. Пойдемте проверим, появился топорик или нет. Я знаю местечко, там, по идее, скоро должен будет появиться мой любимый топорик. У меня тут есть три любимых оружия. Топорик, хотя не вру. Топорик, эти садовые ножницы, потом еще коса и мачете. Топорик, ты где? Топорика еще нету. Плохо дело, ладно. Баба, стоять. Давай мы тебя пожарим. Так сказать, жарим, жарим человеченку. Так. О, в тебя мы ножницами пометаем. О, все, отъехало. Ножницы тут оружие довольно редкое. Да, я вам так скажу. По секрету. Вот она моя. Рыба мечты. О, диванчик. Ну хрен с ним, с диванчиком. Пойдемте вот сюда. Тут вон какой-то ботан живет. Ну что, ботан, а чё мне с тобой сделать? Тебя мы так более-менее зажарили. Не, коктейль Молотова это не интересно. Бензинчиком тебя, хотя нет. Так, о, табличка, и отлично. Да, все, ты труп интересный, этой табличкой можно бошку отрубить? Да уж. У тебя ничего интересного нету, ну ты даешь. Ты какой-то бессмертный.
Я прихожу, тебя уже второй день подряд убиваю. А ты, засранец, живу, чувак. Тут, кстати, копы живут, так что тут надо действовать поаккуратнее. Да, именно. Поаккуратнее. Так. Ну-ка. Так, пистолет я спор. Спер. Так, надо взять мой любимый. Пусть будет дигл. Так. Посмотрим. Понятно, куда эта баба ушла. Пора на выход, а это глаз чешется. Да, ужас. Просто катастрофа. Ну ничего, благо на клавиатуре есть такое управление хорошее. Ой, сколько же вас тут-то. О, трубки. Давайте покурим. Куплю трубок. Отлично. О, у меня 6 трубок. Ой, что-то я сделал не то. Я хотел еще одну купить. О, давай. Молодец. Это хорошая вещь. Так, чем бы мне в тебя сделать такое? Так. Все, я тебя убил. Оружие спрятал. Собрал все. Ой, тут сбежались. И чувак с автоматом. Ребят, а кто это сделал? Ой, а кто это сделал? В итоге чувака начали отстреливать. Так. Ой. Не надо по мне стрелять. Ай-яй, ты все-таки по мне стал стрелять. Давайте его отстрелим. Вот так, убираю все. Убираю, убираю. Ой, гранаты надо спрятать, чтобы копы меня не видели. Так. О, вы перестреливаетесь, трубка из кого-то выпала. Курительно. Да. Коп, к сожалению, чувак. Я надеюсь, ты в меня стрелять не будешь. Ух ты, у него на спине логотип игры. Postal 2. Так, пойдемте сюда, вниз. Так, о, отлично. Какая машина, правда? Ее вроде можно взорвать, ну ладно, похрен, о, какой-то шок. Правда, непонятно, что там темно. О, привет, баба, держи. Поджопник, побежали. Чувак, здорово. Держи. О, баба, слушай, стоп. Стоять, дайте я на вас подсу. Мне ссать охота. О. Опять вы блюете. Ну что с вас взять? Подумаешь, обоссали. Видимо, у него какая-то кислотная моча. О, kick me. Держи поджопник, братишка. А ты по морде держи ногой. Да, я согласен. Интересно, главный герой давно в этом городе живет? Или он только приехал? Так. Сейчас будет зона загрузки, и надо пойти в библиотеку. Да, именно. Погоняем в библиотеке. Почему бы, в принципе, и нет. Надо сдать эту книгу. Только вот с этой книгой может быть проблема, так как некоторые багаются там места, и она просто не хочет сдаться. Вот киска. Ладно, хрен с ней, посмотрим. Ой. А дверка не открыта кацким песиком. Похоже на криво сделанную текстурку, но ее можно походу открыть только с той стороны. Да, именно. А к песикам что-то у меня желания идти нету. Так. Может потом в пятницу как-нибудь заглянем. Там в пятницу вообще будет просто веселье. Ладно, давайте не будем спойлеров, так сказать. Библиотека. О, а вот и противники книг. Ну-ка. Невежество – это счастье. Конец литературы. Знания для коммунистов. Гитлер написал книгу. Подумай, прежде чем читать. Ну да. По-моему, это, мне кажется, сюда довольно добавили политику. То, что, мол, ребята, не читайте. Будьте дураками, невеждами. Вами же будет легче управлять. Вот такое вот высмеивание политики там какой-то. Правда, это был 2003 год, когда игра вышла. Я не знаю, было ли это уже тогда. Так, куда надо идти? Признавайтесь. Ох, какая ж тут длинная очередь.
Ладно, хавчик я у нее сопру потом. Это будет 10 да. баксов. Это, мягко говоря, не очень. Заходите еще? Ну, давай, баба, двигай задницей. Да. Я могу вам чем-нибудь помочь? Чувак пошел. Да. Посмотрел на стену. Угу. Подумал и решил. Долларов. Да ну нахрен. Этого должно хватить. И ушел оттуда. Спасибо. Ух ты ж. Да, конечно, не очень эта жопа нарисованная. Хотя, что сказать, 2003 год. А уровень графики более-менее неплохой, по крайней мере, играбельный. Сейчас я потом после этого сохранюсь. Да, вот, сохранюсь сейчас. Потому что с этой книгой всегда у меня проблемы возникали. Ой, баба, ну ты и страшная, не поворачивайся ко мне. Это аж блюать хочется. Ты что делаешь? Зачем тебе шнурки завязывать? Неплохо, в принципе, да. Привет. Они все идут, смотрят на стену. Как поживаешь? Doing pretty good. И думают, рада слышать. Какое это? Же это говно. Еще что-нибудь? Угу. Это будет 10 долларов. Вот, так, возьмите. Ну что? Большое спасибо за покупку. Долго мне вас еще ждать? Превосходно. Харе трепаться по брехушке. Да уж. Я могу вам чем-нибудь помочь? Давай ты. Hi. Что ж ты так тупишь-то? А, я? Старуха. Это будет 20 баксов. Вот, возьмите. Спасибо. Да. Sweet. Ну, по идее, если он взял эту книгу, а она так и не прочитала задолженность, то он уже тут давно работает. Лучше я оставлю. Так, что мне делать? Не, книгу я пока не могу выкинуть. Так. Чё мне? Давайте сохранимся тут. Блин, какая-то мошкара полетела. Так. Я давайте думаю, кинем. Это нужная вещь. Так. Весело. Эта книга не хочет кидаться в щель. Блин, она застряла. Чё мне делать? Привет. Чё мне делать-то? Книга, ё-моё. Надо, походу, перезагружаться. Так, вот оно, мое сохранение в этот вторник. Да. Так. Привет. За просроченную книгу. Давай, вот я тебе заплачу. Долларов. Только чтобы книга не багалась. Заплачу тебе только, чтобы этого бага не было. Так. О, Enter. Great. Меня устраивает такой расклад. Отлично. Книгу я верну. Как вы думаете, что сейчас случится? Да, эти чуваки захотят сжечь библиотеку. И как всегда, они будут пытаться убить меня. Ну а я за это их тоже попытаюсь убить. Точнее, нет, я их не попытаюсь убить, я их убью. О, побежал народ. Ого, конечно, тот пузатый бежит. Это, конечно, нечто. Уху. Да. Вот, все, загрузочка прошла. Горящая библиотека. Надо взять что-нибудь такое. Давайте я возьму диглик. Так. Ребята, ну вот нахрена вы стали по мне стрелять? Мы что, не могли мирно договориться? Я бы просто ушел, а вы бы не занимались этой хренью и не пытались бы отстрелить меня. Хотя, с другой стороны, так, чувак, давай подождем, пока ты блюванешь, потом сожрем это, чтобы у тебя хп там восстановилось. Блюй! Я кому сказал? Блюй! Я чувствую да. себя дерьмом. Не, курить не будем, давай блюй. Блюй, кому говорю. Давай, два пальца в рот и блюй. Блюй! Чувак. О, все отлично. Чувак блеванул. Давайте сожрем. Что мы тут сожрем? Так. Ладно, сожрем чуть позже. О, тыковка торчит. У тебя какая-то бетонная тыковка. Столько пуль я в нее всадил. А ты вот, отлично, сдохла. А ты будешь дохнуть, чувак? Не будешь? А придется. Чувак этот правильно говорит, блин. Ужас. Им даже розовые труселя нарисовали. Просто ужас. Чувак. О, хавчик.
Это то, что надо. Кстати. Да, в принципе, чувака я убил. И сейчас вам покажу, тут будет прикол. О, Аллах-Акбар! Да, как-то он мою шутку не оценил. Походу он этот, буддист. Так, куда мне надо идти? Так, походу надо идти назад. Да, балка обвалилась. Да, вот он и путь к спасению. О, да. Так, тут можно как-то вот так вот пройти. В принципе, можно было и проползти, ничего страшного. Пицца. Пиццу мы сожрали. Так. Потом я вам покажу как-нибудь, когда будет зашквар, как действует кошачья мята. Чтобы вы просто посмотрели и охренели. Какой же это зашквар. Да. Так. Куда идти? Слушайте, а вы тут что, беседовали просто? Так, о, отлично, ты сгорела. Так сказать, гори, моя звезда. Хотя в данном случае должна гореть моя не звезда, а пукан. Так. Побежали. Ой, чувак, да иди ты лесом. А то и же сранец. Так, давайте попробуем потушить. Ну, вроде потушить тут не получится. О, а вот походу и путь к отступлению вместе с пиццей. Скажу вам честно, я его первый раз только заметил, сколько не играл, я всегда пробовал перепрыгнуть. Ой, вы что, мне специально засаду сделали? Чувак, не надо в меня бросать эту хрень. Да. О, отлично. О, а ты меня тут ждешь. Молодец. Просто верх логики. Это на самом деле это, конечно, и тут не очень развит, но в принципе он порой выдает такие момент. О, хорошо зашло в головку. Ей. Так. Баба, дохни. Такой, там еще идут. Ну ладно, хрен с вами, засранцы. Надо отсюда мне линять. Прячу оружие. Так. А не, не прячу, еще рано. Отлично, все. Теперь прячу. Да. Разве нельзя просто договориться? Чувак. Ох уж это, спаси дерево, сожги книгу. Видимо, их в детстве книгами били по башка. Именно. Так. Все, отлично, мы загрузились. Кстати, я смотрю, тут видео уже довольно долго идет, и я решил делать такие чаще, но короче, так сказать, чтобы... О, здорово, обезьян. Смотри. Чувак, ты чё? Оскорбил меня, что ли, по-английски там? А вот я на тебя пассу. От струи не убежишь. Я тебя все равно достану, подлюга ты такая. Будешь еще ржать там моей струёю. Так. Да, ладно. Ребят, наверное, на этом на сегодня стоит закончить. Так что, если вам понравилось данное видео, то не ленитесь. Поставьте ему лайкосик. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я рекомендую вам подписаться. Ссылочка будет в описании. Вступайте в мой паблик ВКонтакте. Ну а с вами был я, Остап Бендер. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока, братюни.